МИР и Россия по дипсобственности США вступили в силу. Американские дипломаты с 1 августа не смогут использовать дачу в Серебряном Бору и склад в Москве. Запрет на использование посольством США дачи в Серебряном Бору и складского помещения на Дорожной улице на юге Москвы вступает в силу во вторник, 1 августа, сообщает Интерфакс. Напомним, МИД России запретил доступ американским дипломатам к некоторым объектам недвижимости и требует сократить их численность в стране в ответ на принятие Конгрессом США нового пакета санкций против Москвы. В посольстве США в РФ заявили, что глубоко разочарованы решением Москвы и категорически возражают против него. Кроме того, 31 июля представитель дипмиссии Мария Элсон сообщила, что сотрудники посольства не допускаются в здание дачи в Серебряном Бору уже с 30 июля и не смогли забрать оставшиеся там вещи. В свою очередь, представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация США занимается ответной реакцией на действия РФ. Как сообщал корреспондент НЕТ, президент РФ Владимир Путин сообщил, что страну должны покинуть 755 дипломатов США из более чем 1000 сотрудников американских дипмиссий в России. По материалам сайта newsgro.com.